Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами двигаемся к Крымской атомной электростанции, которая подвергается демонтажу. Это наш третий ролик отсюда. Смотрим мы, как идет дело по разрушению атомной электростанции, которая, как известно, не была достроена. И сейчас принято решение о ее демонтаже. Двигаемся мы с вами по бетонной дороге, но вот видим, мы остались еще символы Советского Союза. Вот такие. Вокруг станции здесь сейчас такие промзоны, склады. Ну а мы двигаемся по бетонной дороге, которая была построена во время строительства Крымской АЭС, естественно, плиты бетонные. Ехать нужно с осторожностью. Дорога, в принципе, в неплохом состоянии, но нужен глаз и глаз. Где-то хорошо, а где-то плиты довольно-таки в испорченном состоянии, и чтобы ваша подвеска вашего автомобиля не пострадала, нужно ехать не быстро и смотреть в обе стороны, потому что может быть где-то яма, которую вы можете не заметить. Ну а мы тем временем подъезжаем к месту, откуда мы будем взлетать с вами, и вот теперь двигаемся к зданию первого энергоблока. Как мы видим, вдалеке степи, и хорошо видно на высоте 55-56 метров здание первого энергоблока. А это вот мы уже видим, что щебень, который вот получают из разбитого железобетона, ну, металл, естественно, режут, вывозят, а это вот пойдет на подсыпку, на строительство дорог. Вот уже, как мы видим, такие горы здесь работают, экскаватор, погрузчик. Здание атомной электростанции огорожено строительным забором. Видим, как что охрана, так что особо там не погуляешь, как это было раньше. И мы двигаемся с вами к зданию негерметичной части первого энергоблока, который называется обстройкой. Представляет собой квадрат 66 на 66 метров. Высота самого здания от уровня земли 41,4 метра. Но пока мы немножко свернем направо и видим здесь вот начало строительства здания второго энергоблока. Был построен фундамент, второй энергоблок здания было построено на 18%. Вот, собственно, что от него осталось, тоже подвергается он демонтажу. Видимо, разбивают монолитные железобетонные конструкции. Ну и впереди мы видим Окташское озеро, из которого планировалось брать воду для охлаждения, собственно говоря, реактора. Но предварительно вода должна была пройти химочистку и применяться вот для охлаждения и вырабатывания пара в Крымской АЭС. Ну а теперь мы подлетаем с вами, собственно говоря, к самому зданию первого энергоблока. Это его, как я уже сказал, негерметичная часть. Вот на уровне приблизительно где-то 20 метров пробили такую вот дыру, сделали пандус, отсыпали, чтобы техника заходила, и изнутри при помощи гидромолотов разбивают, собственно говоря, сам бетон. Бетон довольно-таки крепкий, но все равно потихонечку справляются с этим делом. От взрывных работ отказались сразу, и вот таким методом разрушают здание. Фирма, которая здесь работает, я уже говорил, но некоторые, видимо, или слушают плохо, или совсем не слушают. Фирма берет, можно сказать, вот если в простонародье, натурой. То есть все, что она здесь раздолбает, разрежет, все это будет ее. Металл, щебень. Но пока, как заявляют представители фирмы, работают себе в убыток. Ну, естественно, потому что только-только начали работать. Техники прилично, видимо, внутри здания работает. И вот такая здесь ситуация. Ну и давайте поднимемся вверх. Вот, собственно, само здание, негерметичная часть его, высотой 42 метра. Поднимаемся, и над этим зданием вот возвышается еще где-то на 10-11 метров стакан, так называемая гермооболочка. Ну, пока она без купола. Если бы был купол, еще полностью высота первого энергоблока составляла бы 66,35 метра. Ну, а вот
без купола, где-то порядка 53-54 метра высота этого здания. И сейчас мы с вами заглядываем, дорогие друзья, вот в гермооболочку, которая, в которой должны были располагаться оборудование первого контура и, собственно, сам реактор ВВР-1000. Проектные вот его характеристики. Станция планировалась построить сначала два реактора общей мощностью 2000 мегаватт по 1000 мегаватт каждый, с последующим расширением до 4000 мегаватт. Ну, вот это Крым-1. Здесь должен был реактор быть Крым-1, а второй, где мы видели здание, Крым-2. Здание первого энергоблока было построено практически на 80%. И начиналось строительство в начале декабря 1982 года. Ну, после катастрофы на Чернобыльской АЭС строительство Крымской АЭС приостановили в 87 году, ну а в 89 году окончательно было остановлено строительство. На это время уже было потрачено 500 миллионов советских рублей в ценах 1984 года, и на складах еще оставалось материалов и оборудования на 250 миллионов рублей. После того, как строительство было остановлено, началось медленное, но уверенное разворовывание всего этого, что было на станции, и потихонечку начали вот резать металл. И сейчас мы все это с вами видим. Вот обратите внимание, видите, внизу прям в самом лежит улитка. Это главная часть одного из центробежных насосов, который предназначен для циркуляции энергоносителя. Вот для сравнения, вес только этой улитки 31 тонна металла. Ну и вот сейчас мы видим, как идет демонтаж внутрянки этой гермооболочки. Сама гермооболочка по внутреннему диаметру 45 метров, толщина стен один из напряженного бетона 1200 миллиметров, ну или 1 метр 20 сантиметров, обшиты снутри листовым металлом толщиной 8 миллиметров гермооболочка. Высота самой гермооболочки с куполом, как я уже сказал, составляла бы 66 метров, а сам стакан, вот если брать, его высота 52 метра, но от уровня земли гермооболочка начинается на высоте 13,2 метра. И вот сейчас как раз здесь идет демонтаж. Ну, я так понял, сначала вот это все разберут внутри, а потом вот мне тоже самому интересно, как все будет выглядеть дальше. Пока вот техника, гидромолот, видите, две единицы техники работает. И вот этот бетон попробую еще разбить, довольно-таки прочный. Ну, потихонечку все это дело вот начинает поддаваться. Многие пишут, взрывом направлено, но, может быть, такие впоследствии будут какие-то применять микронаправленные взрывы, микро. Но само здание довольно-таки мощное, посмотрите, какое. И вот, чтобы его снести, довольно-таки много усилий придется задействовать. Вокруг здания еще много подсобных помещений. Здесь вот реактор, парогенераторы, все это находится вот в гермооболочке. Рядом здание машинного зала, здесь предполагалось установка турбин, которые при помощи пара вырабатывали бы электроэнергию. Ну, еще и предполагают, вот справа видим, мы хорошо видно остатки фундамента второго энергоблока, где должен был быть Крым-2. И вот с правой стороны, собственно, от здания энергоблока, это вот здесь должен был находиться машинный зал, где должны были находиться турбины. Кстати, интересный факт, ну, многие уже знают, наверное, об этом. С 1995 по 1999 год здесь проходили дискотеки фестиваля «Казантип». Вот тоже было такое
Ну и из сборного железобетона, видимо, эти здания собраны. Здесь попроще будет разбирать, но пока к ним вот не приступали. Ну, видно, хотя вот где-то уже разбитый бетон есть, но основная часть работы идет вот в здании первого энергоблока. Вот такая мощь здесь должен был выдержать по замыслу инженеров вот прямое столкновение с самолетом стены вот этого энергоблока. Но не только этого, и последующего строительства. Так что вот еще со всех сторон уже пробили дыры в наружных стенах негерметичной части энергоблока, и идет вот работа. Ну, естественно, пока вот разбивают только части, те части стен, которые не угрожают. А то, представляете, можно подбить, и техника, там люди работают. Довольно-таки интересно, как будет дальше осуществляться демонтаж, потому что высота все-таки очень более 50 метров. Интересно будет наблюдать за этим. Рядом, совсем рядом находится город Щелкино. Строился он для того, чтобы сначала по замыслу проектировщиков должны были жить строители Крымской АЭС, а потом уже энергетики, которые бы обслуживали атомную электростанцию. Ну вот здесь еще две техники, две единицы техники, видите, работают. Тоже на уровне земли пробили дыру в стене, и вот туда уже тоже техника заезжает. Внутренняя, наружная часть стен, вот негерметичной части, толщина 0,8 метра. Гермооболочка, толщина 1,2 метра. Очень много металла здесь было. Доходило до того, что по два эшелона в сутки доставляли стройматериалы и всякое оборудование вот на строительство Крымской АЭС. От станции 7 Колодезей в поселке Ленина была специально построена железнодорожная ветка, идущая вот к Крымской атомной электростанции. Ну и еще вот про негерметичную часть расскажу. Уже сказал, что квадрат 66 на 66 метров. Внутрь здания вот этого был предусмотрен железнодорожный въезд для доставки грузов под гермооболочку, в нище которой имелся большой транспортный люк. Вот не зря гермооболочка сама начинается на высоте 13 метров от уровня земли и возвышается на 52 метра. И получается вот 13 плюс 52, 65 метров плюс купол. И вот высота бы этого здания с куполом составляла бы 66,35 метра. Уже был здесь кран, вот много фотографий в сети. Датский кран Кролл стоял высотой 120 метров для монтажно-строительных работ. Но вот сейчас уже, конечно, его нет. Много даже очевидцев там устраивали прыжки вот с этого крана на канате, как это называется, такие аттракционы. Все это вот было. Но сейчас кран продали на аукционе при стартовой цене 400 тысяч гривен. Его почему-то продали за 300 тысяч. Ну, никому, видимо, не нужен был, лишь бы продать. Ну, а сейчас вот еще раз повторяю, фирма, которая занимается демонтажом Крымской АЭС, берет пока натурой. Все, что там добудет, все, как говорится, ее. Но тоже, конечно, люди, сколько надо топлива на технику. Довольно-таки затратно это все дело. Обещают к концу 2022 года закончить демонтаж. Но что-то мне подсказывает, такие вот масштабные работы здесь, я думаю, не управятся. Хотя это вот лично мое мнение. Вот вдалеке мы видим Акташское озеро, соленое. Вот машинный зал, там тоже еще мощные дизель-генераторы должны были стоять. Здесь рядышком где-то химочистка воды. Ну и совсем недалеко город Щелкино. Вот еще здание, посмотрите, это все нужно будет демонтировать, сносить.
Но пока только вот занимаются самой мощной частью Крымской АЭС, реактором, реакторным залом и зданием первого энергоблока. Это здание, кстати, очень хорошо видно, даже по трассе Таврида едешь с некоторых определенных точек. Вот именно здание первого энергоблока хорошо видно. Каналы подводные и отводные от озера тоже были построены. Вообще уже много было всего сделано. Стройка в пик строительства доходило количество рабочих до 10 тысяч человек. 26 января 1984 года стройка была объявлена всесоюзной. И сюда ехали специалисты со всех уголков большой необъятной страны строить вот Крымскую АЭС. Не знаю, до сих пор идет спор, нужна ли была эта атомная электростанция на Крымском полуострове или не нужна, но теперь уже, собственно говоря, это не важно, но споры все равно продолжаются. Если бы вот ее ввели в эксплуатацию, если бы не Чернобыльская АЭС, я думаю, чтобы ее все-таки достроили. Хотя там много факторов наложилось вот на окончание строительства. Тут и развал Советского Союза, и катастрофа. Сначала катастрофа на Чернобыльской АЭС, потом развал Советского Союза. Все это, конечно же, дало о себе знать. Но вот на сегодняшний день что имеем, то имеем. Хотя, если бы вот два энергоблока были запущены в эксплуатацию, они бы покрывали полностью потребление, полностью потребности Крымского полуострова. И причем проект был еще с расширением до 4 энергоблоков. То есть вот проект был бы 2 гигаватта мощности, и плюс можно было еще 2 построить. ВВР, 1000 здесь реакторов. Водно-водяной энергетический реактор расшифровывается. 1000 мегаватт. Ну, как в характеристиках, 1000 это брутто, а нет, по-моему, 950 мегаватт. И вот так на данный момент выглядит все это великолепие. Сзади там вот административный корпус, его, кстати, не трогают, но стекла, правда, побили все в здании. А так вот само здание административного корпуса целое, вот оно, кстати, находится совсем недалеко. Ну и там всякие разные постройки, которые сейчас используют там под склады или еще под что-то. Ну вот, дорогие друзья, это наш третий выпуск с Крымской атомной электростанции. Потихонечку будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, подписывайтесь на канал в Рутубе. И большое вам спасибо, кто помогает мне на поездке по Крымскому полуострову. Всего вам хорошего. И до новых встреч в новых роликах.